Передача генов является конечной миссией всех животных. Для этого нужно сначала добиться благосклонности противоположного пола. Ранней весной самец большой поганки ищет себе партнершу в водно-болотном угодье Даган в Тяньдине. Вдалеке появляется самка. Она расправляет перья на своей шее, готовясь ко встрече с любовью. Перед началом ухаживания нужно произвести впечатление. Они смотрят друг на друга и эмоционально танцуют. Самцу сегодня повезло. Он чувствует страсть со стороны самки. Рядом появляется холостяк. Он разгуливает с невозмутимым видом. Самец чует опасность. Холостяк все пытается напасть и силой увести чужую любовь. Перед любимой нельзя оскандалиться. Самец обрушивает свой гнев на провокатора. Вызов мгновенно превратился в возможность. Эта победа укрепила уверенность самца в себе. Это сложный ритуал. Нужно выпрямиться, встать на воду и танцевать в одинаковом ритме. Они сконцентрированы и действуют в гармонии. Прямо сейчас зарождается новая жизнь. Эта пара молодоженов достигла полного взаимопонимания.